17 лет ей. Исполнится 3 января, а сейчас пока 16. Красивым вращением Бильман Бингва Женг заканчивает свое показательное выступление. Здесь не ставятся баллы, и нападения могут обратить внимание только фанаты. Так что фигуристы катаются в свое удовольствие, они могут здесь показать всю свою эмоциональность и красоту своего катания, не обращая внимания на судей, которых здесь нет. Отец Бингви – хоккеист, а мама – тренер по фигурному катанию.